Но вот эти кадры, они вносят новый смысл в словосочетание страшно красивого. Лава из извергающего вулкана на Гавайях. Называется он Килауэа. Килауэа достигла океана. Длина этого языка лавы 6,5 километров. Ширина около 20 метров. Раскаленная лава вся в огромных облаках дыма перетекает со скалы в воду и там остывает. Картина, конечно, потрясающая. Туристы и местные жители, они отказывают себе в удовольствии наблюдать за этим природным процессом. Килауэа – самый молодой из наземных гавайских вулканов, один из самых активных действующих вулканов на Земле. Высота составляет 1247 метров над уровнем моря. Основание уходит на дно Тихого океана на глубину около 5 километров. Последнее извержение началось в 1983 году и продолжается по настоящее время.